Мы играли, мне кажется, года 4 назад. Я точно не помню, какой это был год в порту, когда приезжал Трики. Это был 11-й. Ага. Вот, и было чудесно и тогда, но место, где он проводится сегодня, это просто какое-то невероятное место силы. Когда слушаешь вот Сергея Старостина, смотришь, как река разливается вокруг церкви, и вообще невероятные ощущения просто такого гармонии, счастья, того, что ты на правильном пути и в правильном месте находишься. Очень приятно и здорово, что такое проходит. Мне кажется, место выбрано очень правильно. Вот, и желаю процветания, продолжения всяческих.